Уже трое аниматроников! Дошутился? Да. Папа, лучше бы не хопить, ребятушки. А! Ё-моё! Блин, я так дёрнулся! Да ну! Ну, пацаны! Да я поддался! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфлик, Убагуга, Итучка, Итач, Гусанёк, Фриз, Мерси, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Я люблю мандарин. Ассалам алейкум. Я апельсин. Ребятушки, у нас сегодня очень классная карта, она вышла сегодня, это DAS-2 Classic. Если опять кушайте, приятного аппетита, у нас рубрика «Аниматроники гоняет за нами». Погнали. Ну что, выживание пошло, пацаны. Кто умирает, тоже берет аниматроников, и в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший, который сможет использовать оружие, кроме пригвождателя. Эй, слезай, нельзя! Нельзя, нельзя! Да все, 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 все. Ты смотри, грамотей, как ты вообще туда забрался? Не важно. Кто первый умрет, тот лох. Давайте, кто первый умрет, тот лох, погнали. Кстати, 1000 лет я на этой карте вообще не играл. Так все забылось. Кстати, если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы снимем здесь перестрелку с бомбой. У нас есть бомба. Мы будем записывать здесь прикольный ролик. А деактивация, знаете, как будем деактивировать? Удалять ее просто. Ой, точка лох. Ой, Дима. Дима, Ой, беги. А где он? Дима! А, он на зиге. Да, я уже забыл все эти слова. Так, так, так. Смотри, не, он меня не убьет. Опа, косожоп. Ты можешь попробовать других аниматроников, которые более быстрее. Потому что этот не сильно быстрый. А, этот вообще рахит. Блин, классно, ребята, это новый пилпак. О, вот этот быстрый. Вот этот быстрый. Опа. Опа-па. Пацаны, обратите внимание, что он может бить не на очень большом расстоянии, но не в притирку. На пару метров может ударить. А я буду его вот так гонять, он меня не убьет. И еще чуть-чуть бы я убил. Не умирает. Нет, нет, нет. А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блин, а чуть не умер. Эй, отвали, отвали. Все защищаем. Все, я на спауне, не мешай. Я уже забыл все здесь. Это с какой части? Это КС 1.6 карта? Да. Офигеть, какая она древняя. Ха-ха, как он меня хочет убить. Тебе надо ловить в маленьких пространствах. Мне кажется, вообще, если он сможет кого-то убить или нет, как вы думаете? Я уже убил. А, уже убил? Уже двое? Да, Итучка убил. А, Итучка. Теперь уже будет вам проще. Блин, давайте поизучаем эту вместе с вами карту. Давайте вебочку чуть подправим. Опа-па. Так, двое против шестерых. Если вам понравился этот ролик, не забываем подписаться, поставить лайкосик, написать комментарий, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Если кто-то хочет сняться с нами, ссылочка в описании на Дискорд. Да, мы сейчас все сидим в Дискорде и общаемся. Уже в Дискорде 42 тысячи человек, даже 43, наверное, уже. Дим, что ты хочешь по скайпу записать? Какой скайп? Еще одного убили! Уже трое аниматроников! Дошутился? Да. Папа, лучше бы не хопить, ребятушки. А! А! Ё-моё! Блин, я так дёрнулся! Да ну! Ну, пацаны! Да я поддался! Да, конечно, конечно! Да ну, я серьезно поддался! Ладно, первый раз не поверь! Ну, ладно, ладно, не поддавался. Да, блин, я не ожидал, что он меня убьет, а хотел в конце остаться последним и мочить всех! Дима, потому что ты лох! Я не первый умер! Мы говорили, что кто-то первый умрет! Я не первый! Я третий лох. Я четвертый лох. Ну что, получается, что поделились мы 4 на 4? Да. Я очень быстро бегаю. Смотрите, он даже с бенни-хопом не может от меня оторваться. Я его сейчас убью, смотрите. Опа, Гусанёк, еще чуть-чуть бы умер. Давай, давай, мочи. Да, блин, зараза. А мы не можем прыгать, у них большое преимущество. Блин, классно меня поймал, он на проходе. Вы такое ощущение, что сговорились, когда меня замочили? Да, это был коварный план. Коварный план? Тю, блин, это аниматроник наш стоит. Итучка. Эй, Итучка, давай воевать! Итучка! Хорошо, хорошо. Так, значит, стоять в таком месте, где они будут пробегать.
Так, надо, чтобы вы сюда гнали кого-то. А я его буду мочить. Блин, знаете, что хочется на этой карте сделать перестрелку все-таки? Кстати, есть гейм-мод. Называется Red Blue. И мы можем поделиться на команды. Синий и красный, повоевать. Это будет эпично. Так что, ребята, давайте, ставьте лайкосик, и мы сразу заснимем этот мод. Так. Полетели. Дима, я когда был на синглплеере, бомбу, если ее удалить, она все равно взрывается. Да? Да. Ну мы тогда поделимся без бомбы, будет Red Blue у нас просто. Повоюем между собой. Там очки будут насчитываться, и кто умирает, сразу не возрождается. То есть, если даже останется один против четверых, он сможет всех убить. Ой, ты куда он побежал? Вот куда он побежал этот? О! Эй, стоять! Подожди, а есть другой аниматроник? Давайте вот этот. Они тоже все останавливаются, да, когда бьют? Медленный. Да, еще медленнее. Идет самый быстрый. Так, это вообще Stone the Crow. Да, ты взял медленного. И Тучка, это медленный, бери другого, как мы, вот таких быстрых. Приз, беги. Я бегу, пытаюсь. Где он, где он? Давайте, пацаны, давайте объединяться. Нас же четверо, можем объединиться. Они на А пункту. На А? Да, мы на А. Так, вспоминаем, А это там, все правильно. Я на Т спавне был. На Б, на Б. Уже на Б? Да, они бегают. Блин, я только оттуда ушел. Уже на А. А вы что, издеваетесь, что ли? Они бегают туда-сюда. Так, стоять, пацаны. Надо убить кого-то. На Б бегут. Так, я, короче, тут буду стоять и чекать. О, давайте станем на Зиге. Может, кто-то будет пробежать, а я его убью. Нет, тут никого на Б. Во, стоять! Да, блин, я хочется убить кого-то. Беги. О, пацаны, хотите я сделаю, чтобы было по-честному? Иногда, сейчас, ребятушки, мы изменим немножечко правила игры. Смотрите, что мы сделаем. Мы добавим... Сейчас, ребята, мы сейчас все сделаем. Надо, смотрите. Да не бойся. Я сделаю гравитацию, чтобы они не могли прыгать. Офигенно придумал. Это, ребята, называется... западло, нет, не западло, это баланс. Дима, не на... Нечестно! Как это нечестно? Вы теперь просто не сможете быстро это убегать от нас. Вы просто видите, вы хорошо играете лучше меня, мне жаба давит. Нима, они бегают возле Аплента. А тут что, длина не простреливается на этой части? Я думал, простреливается. Меня не поймайте, не пытайтесь, вы меня не поймаете. Блин, я так никого и не вижу. Где они все? Дайте инфу. Чтобы вы понимали. Я бегу на Дайте ждать, чтобы мы понимали, сказать ему. Оспомните Аис. Иди он все равно как-то потихоньку может прыгать. А я тогда быстрее стал. Эй, ты как пере... Давайте еще увеличим гравитацию, стойте. Нет! Как это, я могу нолик добавить? Надо. А это мы просто летать уже будем? Нет. Все. Ну в смысле, я не понимаю. Вы что, летаете? Я такой медленный. Нет. Ну видишь, я же Гаррис Фот немножко лучше тебя знаю. Не надо. Стоять! Все, вот, мы его должны убить. Все, давай, бей его. Бей! Дима, где вы? А вот мы бегаем здесь, там где менты спамнятся. Ой. Зараза, так мы хотим тебя ударить. Эх ты, стоять! Блин, ребята, это весело. Это очень весело. Давай, он уже не сможет прыгать высоко, это... Да блин, мы когда бьем, останавливаемся, как-то сложно. Так, Гусанек, ну до поры до времени ты делаешь ошибку, и мы тебя убьем. Я его не отпущу. Зараза говняная, обманул меня, вы знаете, какой красавчик? Мы пока живем, мать. Помогу, помогу. Гусанек, еще бы чуть-чуть бы убил тебя. Давай тебе кличку, кто же... Саня, я живой. Да вот Гусанек бегает. Саня, ты где? Вот он, давайте все за Гусаньком. Беги. Есть, молодец, Фуфлик, красавчик, ну. Я еще кто-то. Так, двое осталось, да, пацаны? Есть. Ну что, скелетос остался? Давайте, такая толпа бежит. Все, тебе жопа здесь. Вот теперь ты не выйдешь, я тебя убью. Есть. Что, всех убили? Нет, убили своего, что ли.
остался? Уга-буга живет. Так, уга-буга, давай. Давайте, если он вы провыживает 2 минуты, он будет победителем. Он последний остался? Да. Все. Ну, это очень сложно. Так, пацаны, знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу один быть выжившим, а вы меня будете все убивать. Вы готовы? Давайте. Ты не выживешь. Ну что, пацаны, я готов. 3, 2, 1, погнали. Погнали. Вы на Б-плент, я на А-плент. Давайте. Террористы пошли против конца. Вообще не прыгается? Ё-моё, вообще ноль. Это очень сложно. Ой, Дима, они... Опа-па. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. А я бегу. Отлично, ребята, отлично. У меня 6 тысяч хп. У меня что? А стойте. Я вам дал под 100 хп всего. Стойте! Вот это весело. Давайте, все, погнали. Хорошо, что заметил, что у меня этот столько много жизней. Мы заметили. Я, видите, просто исчез из пилпака, а жизни остаются. Да. Так, я нашел территорию, где мне прям легко будет выживать. Надо вот так просто по кругу бегать. Так где? А, я понял тебя. Я буду держаться подальше от вас, пацаны. Отлично, отлично. Да блин. А где он? Он на Б. Побежали. А, отлично, отлично, ребята, мне очень нравится. Давайте, если я провыживаю 2 минуты, я буду победителем. Время пошло. 11 минут ролик идет, все. Если будет 13 минут, я победитель. Скажи честно, ты остаешься и бегаешь? Что-что? Ты бегаешь? Конечно. Я сзади аниматроника только что пробежал, и мне ничего не сделал. Так. Полминуты еще нету, а мне просто время кажется, что он быстро идет. А медленно, а время идет очень медленно. Это, те, кто взяли вот медленно. Это они сзади все меня хотят убить. Дима, ты где? Они все сзади прибежали, вот эта толпа была. Отлично, отлично. Ого, их там. Ребята, у меня нет права на ошибку. Итучка, возьми быстрого аниматроника. Отлично. Итучка, наверное, не знает, как брать быстрых аниматроников. А, только не кинь. Вот это класс. Вот это стрёмно. Они быстрее меня бегают. Это чувствуется. Ё-моё. Где он? Так, я уже выживаю. Так, скоро еще полминуты, я выиграю. Сложно. Очень сложно. Я просто понял тактику, как выживать. Надо нельзя останавливаться, надо постоянно бежать. Видите? Видите? Вот это класс! Так, ну что, еще 20 секунд я победил. Сам придумал правила, сам в них выиграл. Не, ну реально вы говорили, что сложно выживать, поэтому я задал себе 2 минуты. Да очень. Ну как-то же вы убили тех пацанов всех. Я же папа. Да? Тихо. Отлично. Ну что, ребята, 13 минут, 2 минуты я повыживал. Давайте еще минуту вам дам, на всякий случай. А вдруг запасик уже небольшой. Где он? Инфа, где? Я так быстро перемещаюсь по карте, что у вас нет никакого варианта. Я понял. Ой-ой-ой! А! Да, я поддался, серьезно, я... Да я поддался, я вам говорю, я поддался. Ну... Ребята, у нас режим ПВП. 3, 2, 1. Кто проигрывает, просто наблюдает. Давайте объединимся. Давайте объединимся против Дима. Да не, вы что, гоните? О, Саня, давай. Я отлично убил. Один слился. Все, наблюдай. Еще один слился. Вот, я вижу игрока. Ты... Давай, иди сюда, я тебя не боюсь. Я тебя боюсь. Есть, еще одного убил. Двоих замочил, ребятушки. Беги. А что вы валяетесь тут? Да иди, иди. Так, пацаны, давайте, кто из аниматроников живой еще? Я тоже. Так, сейчас я его убью. Ой, я, кажется, номером ошибся. А, блин.
Да блин! Что же происходит? Есть, убил троих! Нет. Так, ну что, пацаны, давайте встречаемся, идемте на Б. Где мы читы? Блин, какие читы? Меня ни разу никто не ударил просто. Я подлавливаю, когда читы. Вы бьете. Ну, посмотришь на ролик, есть читы или нет. Так, ну что, я вас жду на Б. Кто тут еще живой? Иди сюда. Я не пойду, я уже останусь последним. А я что, выживший один остался? А, вот вижу, вижу. Давай! Вдруг мы друг друга убьем, и я последним останусь. Сейчас, 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 сейчас. Я подловлю его. Есть! Еще один, еще одного осталось убить. Давай, иди сюда. О, нет! Нет! Я поддался. Гусанек, ты победитель? Нет! Нет, я еще остался. Жесткая заруба. 8 часов спустя. Да-да. Есть! А я знал, что гусанек выиграет. Лучший игрок на планете. Ой, из-за того, что гравитация слабая. Очень сильная. Да что ж такое? Я аж прилипаю. Если понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, где взрыв? Понял.